Надя. Аромат мандарина в доме – обязательный атрибут Нового года. С ними создается праздничная атмосфера. Цитрус с советских времен и до сих пор является любимым и традиционным новогодним фруктом. Чтобы оценить все полезные свойства мандаринов, необходимо тщательно выбирать плоды. Они должны быть красивыми, с ровной кожицей, без гнили и пятнышек. Купив фрукт, нужно аккуратно хранить его, так как срок годности у них небольшой. Мандарины надо выбирать в первую очередь по цвету. Чем они оранжевые, ярче, тем они будут слаще. Надо выбирать на ощупь. Чем мягче он, тем он будет спелее и легко будет отделяться шкурка. Марокканские – одни из самых сладких. Без косточек они идут, мандаринки. Но самый ароматный, самый вкусный – это абхазия. По мнению специалистов, из всех цитрусовых мандарины в первую очередь заслуживают того, чтобы быть неотъемлемой частью ежедневного меню. Польза мандаринов в том, что они содержат большое количество витамина С. Для того, чтобы получить максимум пользы, рекомендуется есть их вместе с белой сеточкой, обволакивающей дольки фрукта. Именно в ней содержатся укрепляющие сердечно-сосудистую систему гликозиды. Однако специалисты советуют есть не больше 2 мандаринов в день, чтобы не вызвать аллергию. Вкус мандаринов зависит от многих факторов. От сорта мандарина, от степени зрелости его, от места произрастания. Информация о дате сбора мандаринов, а также о стране происхождения, производитель указывает на этикетке, как на потребительской, так и на транспортной упаковке. Жители Самары не представляют себе новогодний праздник без мандаринов в доме. Яркими дарами солнечного лета любят лакомиться не только дети, но и взрослые. Я каждый год покупаю мандарины. Запах вообще вот новогоднее настроение придает. Мандарин – это всегда новогоднее настроение. Вкус детства, конечно, естественно, такой кислинка, сладкость. Все дети обожают, да, Марк? Вот. Ты любишь мандарины? Еще как. Кроме того, мандарины – это отличный антидепрессант. По словам специалистов, вкус, цвет и аромат вызывают ассоциации с праздником и поднимают настроение. Мария Ильчан, Константин Головин, Григорий Плешаков. События.